Голубев Георгий Гордеевич, герой Советского Союза. Родился 7 апреля 1919 года в деревне Жгутово Назаровского района Красноярского края. На фронт прибыл в звании сержанта 15 августа 1942 года. Воевал на Закавказском фронте на самолете И-16. На Кубани на сибирского летчика обратил внимание гвардии капитан Покрышкин и предложил стать его ведомым. Георгий с радостью согласился. Переучившись на Р-39 «Аэрокобра», Георгий летал ведомым у знаменитых советских асов. Трижды героя Советского Союза Покрышкина и дважды героя Советского Союза Речкалова. В 1943 году, рискуя собственной жизнью, защитил командира, подставив под очереди немецкого истребителя собственный самолет. Чудом долетел до своей территории на горящей машине и спрыгнул с парашютом. Именно ему выпала честь закрывать боевой счет полка, открытый еще Покрышкиным, сбив военный бомбардировщик, пытавшийся скрыться, улетев на запад. За годы войны аэроклубовец из Ачинска совершил 320 боевых вылетов. В 105 боях сбил 15 самолетов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Голубеву Георгию Гордеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.